В часе езды от центра страны находится сектор Газа. Рядом с ним живут израильтяне, пребывающие в непростой действительности. Они живут рядом с соседями, которых не выбирали. 7 октября все мы оказались в новой реальности, и это навсегда останется национальной травмой. Лишь посещая эти места, можно понять, что именно произошло в Черную субботу. Мы отправляемся к границе с сектором Газа, чтобы попытаться понять, что именно там происходит и как это напрямую влияет на всех нас. Но главной линией этой экскурсии является то, что с началом войны израильтяне за считанные дни смогли сплотиться ради общего дела и оставить в стороне разногласия и распри. Я приглашаю вас на экскурсию Газа вокруг да около, чтобы увидеть все своими глазами.